Всем здравствуйте! Сегодня у меня собралась вот такая милая компания котят. Вот такие они красивые, все разные, яркие. И я покажу, как смотрится котик сбоку. Вот такая у него форма туловища. Котик может самостоятельно вот так стоять, и он как бы вот сидит, котик, да. Все здесь вывязывается, нет никаких пришивных деталей. Вывязываем передние лапки, их мы вязываем по ходу, как вяжем туловище. Далее начинаем вывязывать голову, мордочку вывязываем и ушки. Когда уже закончили вывязывать голову, ушки тоже вывязываем. И так получается, что здесь нет никаких пришивных деталей. И вот такие получаются красивые котята. Покажу беленького котика. Вот такая красивая форма туловище. И серенький котик с белым. Вот эти два котика, вот серый и сиамский, они вяжутся одинаково. В видеомастер-классе мы с вами свяжем вот такого серенького котика. Но если вы хотите связать сиамского, то берете вместо серого цвета вот такой светло-бежевый, вместо молочного темно-коричневый, и у вас получится сиамский котик. Единственное, что у сиамского вот два ушка коричневые, и хвостик тоже вот темно-коричневый. И получается вот такие красивые котята без пришивных деталей, все вывязывается, вяжется легко, да. И сейчас посмотрим по сантиметрам. Вот если замерять так, что котик как сидит, то получается 11 сантиметров вместе с ушками. И давайте сегодня с вами свяжем вот такую красоту. Для котика я буду использовать плюшевую пряжу в 100 граммах 120 метров и возьму крючок 4 миллиметра. Начинаем вязать передние лапки. Я вяжу котенка двумя цветами, потому начинаю сразу со светлой пряжи, потом буду переходить на серую. Сделали кольцо амигуруми, и в это кольцо ввязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В первом ряду 8 столбиков. Вяжем второй ряд, провязываем 1 столбик. Теперь 2 убавки подряд за передние стенки 2 столбиков. Так, провязываем 1 убавку, и теперь провязываем вторую. Вот вторая убавка. Теперь нам нужно провязать 3 столбика. 1, 2 и 3. В конце второго ряда 6 столбиков без накида. Выворачиваем так вот вязание. Теперь я отрезаю светлую ниточку и буду переходить на серый цвет. Теперь третий и четвертый ряды вяжем по 6 столбиков. Вот эти два хвостика связываем между собой и самостоятельно провязываем третий и четвертый ряд по 6 столбиков. Вот получается такая лапка. Третий ряд серым цветом и четвертый ряд по 6 столбиков. Ниточку оставляем короткую, так как эти ножки будем вязывать. И вторую точно такую же вяжите сама. И начинаем вязать туловище. Сделали кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. В первом ряду 8 столбиков без накида. Вяжем второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда, так, маркер вот переставляем в первый столбик, вяжем по прибавке. И так в конце ряда получится 16 столбиков без накида. Довязываем их самостоятельно. Теперь третий ряд. В третьем ряду вяжем 1 столбик, следующий прибавка. И так вяжем до конца ряда, всего таких 6 повторений. 1 столбик, прибавка. В конце третьего ряда получится 24 столбика. Вяжем четвертый ряд. В четвертом ряду вывязываем хвостик и задние лапки. Я провязываю 2 столбика без накида. 1, 2. Теперь набираем цепочку из 10 воздушных петель. Это будет хвостик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот 10 воздушных петель. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Теперь делаем такую соединительную петлю в столбике, с которого мы вывязывали, для того, чтобы не было никакой дырочки. Далее по туловищу, уже по вот этому кольцу, провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 довязываем не до конца, так как я вяжу 2 цветами, здесь будет смена цвета пряжи. Меняем цвет пряжи и вывязываем ножку. Сделали накид, провязали 1 столбик с накидом не до конца, 2, 3 и 4. Так вот 4. Теперь провязали петелечки, последнюю не провязываем, и теперь вот эти две петельки провязали. Вот первая ножка. Так, и в конце я же меняю цвет на основной. Последние две петельки довязываю серым цветом. Вот так. Далее по туловищу вяжем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 не до конца. Берем светлую пряжу, сделали накид и вывязываем вторую ножку. 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом, теперь 3 и 4. Так, провязали, и последние две петелечки довязываем серой пряжей. Далее довязываем до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В 4-м ряду без изменения 24 столбика. Вяжем 5-й ряд. В 5-м ряду тоже вяжем 24 столбика. 1, 2, хвостик убираем, пускаем так вниз, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вот так довязываем до конца эти 24 столбика. Переходим на 6-й ряд, и в 6-м ряду будем вязывать передние лапки. Провязываем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь 2 прибавки подряд. 1 прибавка и 2 прибавка. Теперь будем привязывать лапки. Вы смотрите по своей плотности вязания. Возможно, вам нужно провязать не 9 столбиков, а 8 столбиков. Теперь берем передние лапки. Привязывать их будем таким образом, чтобы убавления вот были спереди. Они будут давать эффект вот таких согнутых лапок. И берем вот за заднюю стенку, не за две половинки детали, а только за задние петельки. И провязываем 2 столбика. 1 столбик вместе с лапкой. И 2 столбик вместе с лапкой. Теперь вяжем 1 столбик по туловищу. Берем 2-ю лапку и за задние столбики привязываем 1 столбик, присоединяем и 2 столбик, присоединили. Теперь после того, как вот привязали 2 лапки, вот как они смотрятся, 2 прибавки подряд по туловищу. 1 прибавка и 2 прибавка. Далее вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот мы закончили шестой ряд. Если посчитать столбики, их нужно считать так, как будем вязать вот седьмой ряд. Мы его будем вязать по вот этим столбикам, потом переходим вот здесь на петельки, на лапки и снова на лапки. То так получается 32 столбика в шестом ряду. Теперь седьмой ряд. И в седьмом ряду повторяем 4 раза убавка и 1 столбик, убавка, 1 столбик, убавка, 1 столбик. Это второй раз убавка, 1 столбик. Это третий раз убавка и 1 столбик. Это четвертый раз. Вот провязали так 4 раза. Теперь вяжем 11 столбиков. Вот провязываем 1 столбик по туловищу, 1, переходим на лапки. По лапкам нужно провязать 4 столбика. Для того, чтобы не было дырочки, я делаю вот накид на крючок. И там, где вот провязывали туловище из столбика, и перехожу на лапки. И вот так провязываю 1 столбик на лапках. Это 1, 2, 3, 4 и 5 столбик тоже провязываю вот на лапках, перехожу на столбик на туловище, и это 5 столбик, который мы завершили на лапках. Теперь по туловищу провязываю 1 столбик и переходим на вывязывание на лапках. И тоже, чтобы не было дырочки, в этот же столбик, где мы уже провязывали по туловищу, вот сделала такую петельку и перехожу на лапку. Так, это мы уже провязали 4, 5, 6, это 7 столбик, 8, 9 и 10 столбик на лапках и за туловище, чтобы не было дырочки, и сюда же провязываем 11 столбик. Вот так мы провязали 11 столбиков и вот поверх лапок. И теперь 3 раза повторяем убавка и 1 столбик. Провязали убавку, 1 столбик, 1 раз, убавка, 1 столбик, 2 раз и убавка, 1 столбик, 3 раз. И так получилось здесь 25 столбиков. Теперь вяжем 8 ряд. Провязываем 3 столбика, 1, 2, 3, 1 убавка. Далее вяжем 8 столбиков и убавка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и убавка. Снова вяжем 8 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и убавка. В конце 8 ряда 22 столбика. Теперь вяжем 9 ряд. Провязываем 3 столбика. 1, 2, 3 и убавка. Далее 15 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и убавка. В конце 9 ряда 20 столбиков. Переходим на 10 ряд. Провязываем 5 убавлений подряд. 1, 2, 3, 4 и 5. Тоже смотрите по своей плотности вязания. 5 столбиков вот должны закончиться вот спереди. И здесь мы провяжем 4 столбика. Может, у вас будет на одну убавку больше или меньше. Дальше вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Можно взять наполнитель и наполнить наполнителем. И вот наполнили туловище наполнителем. И получается вот такая форма. И теперь в 10 ряду нам нужно еще довязать 3 убавки. 1, 2 и 3. Всего в 10 ряду получилось 12 столбиков. Переходим на 11 ряд. Здесь уже будем вывязывать голову. И провязываем 12 прибавок. Провязали первую прибавку. И так вяжем до конца ряда 12 прибавок. В конце 11 ряда будет 24 столбика. Теперь вяжем 12 ряд. Здесь провязываем 3 столбика, прибавка. Повторяем 6 раз. 1 столбик, 2, 3. И прибавка. Снова вяжем 1, 2, 3, прибавка. Один, два и в третьем, если вы вяжете тоже двумя цветами, в в третьем столбике я меняю цвет на светлую пряжу. И прибавку вяжу уже светлой пряжей. Прибавка. Теперь 3 столбика. 1, 2, 3. И прибавка. Вот так получилась смена цвета пряжи. И там, где прибавка, меняю цвет на серый. Вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. Прибавка. Один, два, три и прибавка. В конце 12-го ряда 30 столбиков. Вяжем 13-й ряд. Провязываем серой пряжей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И вот 11 столбик я поменяю на светлую пряжу. В 11 столбике теперь провязываем 1 столбик светлой пряжей, 2, 3, 4 и смотрим по центру, будем вывязывать мордочку. Сделали накид, провязали 1 столбик с накида, 2, 3 и можно 3 сделать, можно сделать 4. И провязываем эти петельки. Вот сделали одну половинку мордочки и теперь вторую. 1 столбик с накидом, 2, 3 и 4. Провязываем 4 петельки, потом оставшиеся 2. Вот получилась такая мордочка. Далее вяжем тоже светлой пряжей. 1, 2, 3 и 4. Переходим уже на серую пряжу. Завершаем серой пряжей. И довязываем до конца ряда столбики без накида. Вяжем 14 ряд. И здесь нужно провязать тоже 30 столбиков. Единственное, если вы вяжете 2 цветами, то вот сделать смену цвета пряжи. Довязали до светлой пряжи, перешли на светлую, и там, где вязали вот молочным цветом, провязываем молочным цветом. 3, 4 Теперь там, где мордочка, тоже за столбики провязываем. И здесь. И переходим снова на серую пряжу. Довязываем до конца ряда уже серой пряжей. 15 ряд провязываем точно так же, как вот 14 ряд. Здесь 30 столбиков, и смену цвета пряжи тоже буду делать в тех столбиках, которых делала в предыдущем ряду. Вот довязала до светлой пряжи, делаю смену цвета пряжи. Вяжу светлой. Далее снова буду переходить на второй цвет, на основной. И довязываем уже основным цветом. Вяжем 16 ряд. В 16 ряду тоже нужно провязать 30 столбиков. Сразу вяжу основным цветом. И один столбик на светлой пряже провяжу. И теперь провязываю светлой пряжей и один столбик не довяжу. Перехожу на основной цвет и далее вот уже довязываю основным цветом. Вяжем 17 ряд. Здесь вяжем 3 столбика, убавка. Так вяжем до конца ряда. Всего 6 таких повторений. В конце ряда 24 столбика. 1, 2, 3 убавка, 1, 2, 3 убавка, 1, 2, 3, перехожу на светлую пряжу. Теперь убавка, 1, 2, 3, не до конца, меняю на серую пряжу и провязываю убавку. Вот так. И далее довязываем до конца ряда 3 столбика убавка. В конце 17 ряда 24 столбика. Я прикрепила глазки. Они 10 миллиметров, располагаются между 15 и 16 рядами, а между где-то 2-3 столбика. И прикрепила вот носик над мордочкой. Светлую пряжу отрезали, и теперь будем вязать 18 ряд. В 18 ряду вяжем 2 столбика, 1, 2, и убавка. Так вяжем до конца ряда. 1, 2, убавка. Повторяем 6 раз, в конце 18 ряда 18 столбиков. Наполняем наполнителем и вяжем 19 ряд. Провязываем 1 столбик, в следующем убавка. Снова таких 6 повторений. Столбик, убавка. И в конце ряда получится 12 столбиков. Переходим на последний 20 ряд. Здесь вяжем 6 убавлений. И по ходу вязания еще дозаполняем игрушку. И вот так довязываем до конца ряда. У вас будет 6 столбиков. И теперь вот сверху закрываем эту дырочку. За передние стенки каждого столбика. Так, проходим и затягиваем ниточку и вкалываем в середину, выводим иголку сбоку. Все, спрятали дырочку. Теперь будем вывязывать ушки. Вот в этом месте я буду крепить ушко, вывязывать. Вот смотрите, это вот над глазиками один ряд, и вот в следующем ряду сбоку. Вы смотрите, где хотите вы вывязывать ушко. Делаем соединительную петлю, присоединили. Теперь в это же место под эти же столбики провязываем столбик с накидом, столбик без накида первый. Далее сделали накид, сюда же провязываем полустолбик с накидом, сделали накид и вот как бы отступаем один столбик и назад, и в следующем ряду провязываем столбик с накидом. Сделали 2 накида, из этого же места вывязываем столбик с 2 накидами. Сделали накид. Переходим, вот возвращаемся, будем вязать вот параллельно вот этому первому столбику. Там, где мы присоединяли ниточку, вот вперед, как бы на один столбик вперед, и провязываем столбик с накидом, сделали накид, провязали полустолбик с накидом, сюда же вывязываем столбик без накида и соединительная петля. Ниточку отрезаем и эти хвостики прячем вовнутрь изделия. Вот получилось одно такое ушко, и точно так же вывязываем второе ушко. И у котика я вышла такие реснички и усики. И вот получился такой милый котик. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!